Также Карачаево Черкесия попала в топ-10 туристических направлений августа у россиян. Спрос на путешествия в республику увеличился почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли Яндекс.Путешествия, проанализировав данные по поиску и бронированию отелей и апартаментов. Такая тенденция связана с несколькими факторами. Россияне стали активнее открывать для себя туристические возможности внутри страны. При этом горные курорты и маршруты пользуются повышенным спросом, так как предлагают возможность активного отдыха, красивые природные пейзажи и целый ряд дополнительных развлечений.